Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. И сегодня мы с вами разбираем 12-й старший аркан в колоде Трион Фидела Луна. 12-м старшим арканом является повешенный человек. Что мы видим на карте и основная суть карты? Заключенный в кокон апатичный человек болтается над бездонной пропастью. Несмотря на свое шаткое положение, он тем не менее чувствует себя вполне комфортно и не испытывает особого желания что-то менять. Тем временем змея обвивается вокруг человека, удерживая его в плену своих собственных страхов и оправданий. Основное толкование карты в прямом положении. Ситуация, в которой человек действительно лишился свободы. Это может быть тюрьма, заключение под стражу, психиатрическая больница. Либо вы попали в больницу по состоянию здоровья, в котором сами виноваты. Что это означает? Например, ДТП, где вы не соблюдали правил, либо были пьяны и сели за руль. Либо знали о какой-либо вашей болезни и дотянули до того, что вас положили в больницу. Карта также говорит о том, что человек находится в плену собственных страхов, не может выйти из зоны собственного комфорта, много раздражается из-за нарушенных планов и задержек, человек погряз в ограничивающих самоубеждениях. Основное толкование карты в перевернутом положении. Человек осознает, что ему необходимо измениться и начать действовать по-другому. Это выход из зоны комфорта. Ваша жизнь набирает обороты и меняется к лучшему. Вы чувствуете вдохновение от действий. Если карта выпала вам на характеристику личности. Это глубокий интроверт, меланхолик. Человек, предпочитающий уединение и склонный к одиночеству и самобичеванию. Человек в табакерке. Замкнут, неразговорчив. Возможно, куча невысказанных обид с детства. Явно человека обижали в школе. Карта также говорит о лени и нежелании двигаться физически. Человек не любит передвижения, активный образ жизни, не имеет своего мнения, либо боится высказаться, потому что не хочет всеобщего осуждения. Иногда карта говорит о расстройстве личности и садомазохистских наклонностях. Если карта выпала на отношения. Застой в отношениях. Пара никуда не движется. Нет сил разорвать отношения, потому что страшно, а что же будет дальше? И нет сил развивать, потому что кажется, что они исчерпали себя. Отношения в стадии неопределенности. Если человек без отношений, ему пока что они не нужны. Он много думает, размышляет. Человеку для начала необходимо принять и полюбить себя, и только потом создавать пару. Вопрос только в том, как много нужно времени для размышлений, ведь пройти могут и годы. По карте проходят пары, которые не хотят детей, либо имеют проблемы бесплодия и проходят лечение. Если карта выпала вам на будущее. Это застой в делах, нет четкой цели, куда бы вы хотели двигаться. Если есть, вы просто боитесь и можете упустить свои возможности. Однако время для раздумий все же есть. Только совет от карт. Не думайте слишком долго, вы можете упустить свой шанс.